одном ответе от победы в сегодняшней игре. Внимание, третий вопрос блица. Против вас играет Валерий Якубсон из Самар. Как вы относитесь к шахматным олимпиадам, господин Либерман? Да знаю. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, вы, наверное, догадываетесь, что на шахматной олимпиаде да, определяется сила сборной команды каждой страны. Нет, господин, если вы спрашивали, играл ли я на шахматных олимпиадах, пару раз звали, я отказывался. Ну, это не так важно, господин Либерман. Итак, как вы наверняка знаете, да, на шахматных олимпиадах определяется, сказать, сила сборной страны. Вот именно там, именно там. В 2016 году олимпиада проходила, знаете где? Ну, не у нас, так, где-то на Кавказе она была, в Баку или в Тбилиси, что-то. Совершенно верно, господин Либерман. Она проходила в Азербайджане, а именно в Баку. Uh-huh. Внимание, вопрос. Закончите утверждение Сергея Шипова. Именно в Баку будет. Все. Именно в Баку будет. Итак, господин Либерман. Я немножко не вкурил. Вопрос. Ну, не вкурили. Давайте я вам тогда еще раз повторю. Итак, ну, как вы знаете, именно на шахматной олимпиаде можно выяснить силу сборных команд. Да. В 2016 году олимпиада проходила в Азербайджане, как вы верно заметили, в Баку. Внимание, вопрос. Закончите утверждение Сергея Шипова. Именно в Баку будет? Палиндром, что ли? Итак, прошу ваш ответ. Ну, пора отвечать, Аркадий. Ну, давайте, если предположим, гамбургский счет, ну, допустим, Гамбург, ладно. Гамбургский счет, Гамбург, что-нибудь такое. Что-нибудь такое, господин Либерман. Ваш ответ понятен, теперь, внимание, правильный ответ. А вы, господин Либерман, обратили внимание вообще на блиц? Ну, на наш, так сказать, сектор. Да, какие вы вопросы сыграли? У меня очень плохая, я почему очень плохо иногда играю в свою игру, я забываю только что сыгранные вопросы начисто. Забывайте. Ну, попробуйте вспомнить. Про что был первый вопрос блица? Я не помню. Бугальцбергер, Австрия, там, да. Так, а второй вопрос, господин Либерман? Так, а что я отвечал? про слона, про Тараша. Тарш. Да. Принято считать, господин Либерман. Ну, давайте уже, расслабьтесь. Ну, что, ответили уже все, ну, что делать. Так вот, принято считать, что сила сборной выясняется на шахматной олимпиаде. В 2016 году господин Шипов сказал так. Именно в Баку, господин Либерман, будет Гамбург. Это правильный ответ. Вы выиграли 6-4. 6-4 в пользу команды знатоков. Блиц был посвящен немецким реалиям. Да, господин Либерман, последнюю секунду сообразили и выиграли 6-4. 6-4, и команда Аркадия Либермана становится главным претендентом на выход в финал первой серии ЧГК. Поздравляю победителей! Рауф Мамедов, Александр Халифман, Владислав Тарасов и капитан команды Аркадий Либерман. Да, вот это была игра. Ну, господин Томашевский, начну с вас. Мне кажется, что мой вопрос к вам сейчас бессмысленен, но, тем не менее, формально я его задам. Кто, по-вашему, был лучшим игроком сегодняшней великолепной? Вы знаете, как раз, господин ведущий, меня что-то немножко колотило, я сам очень нервничал, поскольку, ну, действительно, Аркадий устроил настоящую драму, и мы такого еще не видели, я сам очень волновался, у меня, может, даже немножко слезы выступили, то есть, но это было сверхдраматично, но я скажу о другом,
До Суперблица, и я бы даже сказал так, у меня была мысль тоже сделать своеобразную ничью, потому что сегодня, мне кажется, Владислав Тарасов сделал лучшее взятие в истории пока нашего молодого проекта. Это вопрос про исламскую культурную традицию, это действительно лучшее взятие. Но все-таки благодаря вот этой последней драме, благодаря действительно всей энергии, которую он заряжал в своей команде, и фактически человек действительно определил успех своей команды больше, чем наполовину, я думаю, безусловно, мой выбор очевиден, Аркадий Либерман. Господин Либерман становится лучшим игроком сегодняшней игры, господин.